12-я ежегодная церемония Героя спортивного года прошла в Киеве. Спортивные костюмы украинские атлеты сменили на вечерние наряды. И боролись не за традиционные медали и кубки, а за звания в 9 номинациях. О триумфаторах спортивного «Оскара» далее в нашем сюжете. Поход за спортивными «Оскарами» начинается с красной дорожки. Оказаться здесь – честь для каждого украинского спортсмена. Для спортсмена это очень важно, быть оцененным. Я просто вспоминаю свои первые шаги, когда я начинал, когда я получал какую-то награду, когда я узнавал, что там, я номинант или победитель. Это было эмоционально, это было трогательно. Церемония начинается с чествования олимпийского чемпиона Пхёнчхана Александра Абраменко. Но «Оскар» сегодня он точно не получит. В 9 номинациях награждают триумфаторов 2017 года. Он же свою медаль завоевал уже в 2018. Это как репетиция, а уже в 18-м, ну, когда будет уже проходить церемония 18-го года, я, конечно же, рассчитываю там не только быть номинантом, но и победить. Легкоатлетка Юлия Левченко на сцене Героев спортивного года уже второй раз. Раньше она получала награду как «Олимпийская надежда». Теперь ее серебро на чемпионате мира принесло победу в номинации «Сенсация года». Недавно я была на вручении тоже премии, и там выступала женщина, она сама математик, и она вышла и сказала, что «Я так благодарна родителям, я так благодарна судьбе, что вот родители разрешили мне заниматься математикой. Я так любила цифры, я так любила считать». И она это сказала так, как вот мое отношение к спорту. Я так люблю спорт, а она так любит математику. Так пусть вот каждый любит так свое дело. Главными триумфаторами церемонии стали фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк. Они получили статуэтки спортсменки и спортсмена 2017 года. Ольга в спорт вернулась после травмы и победила на чемпионате мира. Прошлый год я очень сильно работала, и это результат, это чемпионат мира, это золото. Третье мое личное золото, и я безумно благодарна за то, что за вот эту статуэтку. Это результат того, что я делала. И это мотивация еще больше для пятой. Там места еще много. Верить в свои силы. Если верить в свои силы, а также в Господа Бога с его поддержкой, с поддержкой тренера и всех людей, которые в меня верили, вот и приходят такие результаты. Когда с обычного боксера, каким я был еще вчера, становятся лучшими боксерами планеты и лучшими спортсменами года. Все награды Героев спортивного года нашли своих обладателей, а украинские спортсмены уже приступили к тренировкам, чтобы через год опять претендовать на спортивные «Оскары». Олег Шумейко, Дмитрий Борщ, Илья Смык, UATV.